Только одно, если мы вернемся в церковь, то мы будем, то к нам вернется и Европа, лучшая часть. Понимаете, люди состоят из плотских, из душевных и духовных. И в нас, в каждом из нас, прям существует это плотское желание, душевное, но это интеллигенция, это ученость, это общая культура, и духовность, это христианство. И вот поэтому, что Россия изберет? Подводится сейчас, кто задумывается над историей, то понимает, подводится исток истории. Что уцелело? Смотрите, рухнул фашизм, рухнул коммунизм, рушится либерализм, рушится ведь, да? Рушится. Что осталось? Что вечно? А что осталось? Церковь. Ее учение. Ее, это будущее. Иначе ответить вам не могу.